Остановиться на самых основных, на самых важных событиях в жизни блага, как мы это делаем каждый год. Грант «Страна чудес» анимации ее новой роли. В октябре нам перечислили 269 тысяч 301 рубль. Реализация проекта идет полным ходом. Это грант 2019 года. Грант 2018 года. Это сарафан для будущего. Это оба гранта участвовали в конкурсе Кабинета министров Республики Татарстан. Мы получили 342 413 рублей. И благодаря этому гранту на базе лагеря «Ласточка» прошли три смены летнего семейного палаточного лагеря.
А завершением реализации этого проекта стал первый зональный фестиваль семей Юго-Востока, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в котором приняли участие. И эти гости сегодня здесь, Бугульма, Ютазы. К нам сегодня в гости приехал наш Арсений Степанов с мамой. Мы так рады. Вот мы даже вспыхнули от счастья. Мы очень хотим, чтобы ветер перемен 2019. Вместе с этими гостями мы мечтаем об одном, чтобы этот фестиваль стал ежегодным. В этом году трое наших детей, благо, стали первоклассниками. Аязик и Нияз Хайрулины, Ксения Гривцова. 6 декабря в жизни нашей организации произошло торжественное, знаменательное событие. Да не только для благовцев, для всего города. Это свадьба нашего фотографа, это активного участника театральной студии «Ангелы Блага» Евстифеева Руслана. 7 декабря наш проект из 200 в числе 18 лучших после представления его в Альметьевске был рекомендован в Казани на первый республиканский благотворительный фестиваль «Социальная ярмарка». Может быть, вы все свои, поэтому я с вами очень искренне, откровенно разговариваю. Может быть, покажется вам это нескромным, но не могу не порадовать своих благовцев после защиты проекта. Зам-премьер-министра Республики Татарстан Фазлеева Лейла Ринатовна подошла и сказала: а мы ведь благо знаем. Это дорогого все-таки стоит, мы считаем. Так ведь, благовцы. И 20 декабря это будет еще одно событие. Спасибо вам, что вы сегодня пришли и поддержали нас. Часть этих средств пойдет на следующую поездку. Аязик Хайрулин, его дружная, крепкая, творческая, талантливая семья, папа, мама и его брат Нияз поедут в Суздаль Владимирской области представлять Республику Татарстан на международном фестивале-форуме «Семья многонациональной России». Ну вот и все. А сейчас мне очень хотелось бы, если это возможно, пригласить на сцену заместителя главы Бавлинского муниципального района Хамидуллина Рината Газизовича. Уважаемые друзья, уважаемые наши артисты, бавлинцы, стало доброй традицией в начале декабря собираться в этом зале и собираться не просто так, не просто на представление, не просто на концерт, а собираться, наверное, на целую премьеру, потому что эта премьера продолжается в течение всего последующего года. Наши благовцы первыми выступают на сцене, на большой сцене нашего города, а потом у них начинается турне по городам, весям Юго-Восток Татарстана и Республики Татарстан. Я в первую очередь выражаю огромные слова благодарности вам, уважаемые ребята, и вашим родителям. Татьяна, вам. Потому что без родителей, без руководителей, наверное, наши ребята вот так дружно на сцену уже, который год, третий, четвертый? Это пятый. Мы в 15-м году зарегистрировались. Следующий год 5 лет. Вот юбилей на будущий год. Молодцы. Конечно же, я сегодня вот при всех наших зрителях хочу выразить огромные слова благодарности. Наверное, этот театр, эта студия не была бы, не родилась бы и не появилась бы на свет, если бы не было такого прекрасного человека, депутата Государственного Совета, нашего друга, товарища Ирика Фаридовича Салихова, который изъявил желание и первым высказал, что нужно сделать такой театр. Огромное ему спасибо. Сегодня, конечно, его нет с нами вместе и нет его коллег и тех ребят, которые начинали этот театр. Мы не можем сегодня не вспомнить нашего первого режиссера, Фахриева Мергалян Мергазяновича, этого театра, который сегодня с нами вместе. Но я думаю, что благовцы будут продолжать все то, что мы начинали 5 лет назад. Огромное-огромное всем спасибо. Спасибо нашему зрителю, который поддерживает наших ребят и приходите на эти концерты. Огромное всем спасибо. Ильзур Рахмат Барасов. Здоровья вам всем. И с наступающим всех людям. У нас есть